Песах – это свобода! Это наш праздник. Это освобождение от рабства. Это Иешуа Хамашех. Христос заклал за нас. Жизнь с Богом и любовь вечная. Go down, Moses, way down in Egypt land. Скоро, друзья, мы будем говорить друг другу в следующем году в Иерусалиме. И как всегда, будет много вопросов, и один из них – почему эта ночь отличается от всех других ночей? Почему вечер на Эрев Песах отличается от всех других праздников? Потому что мы были рабами. Потому что Господь своей сильной рукой освободил нас от рабства. И в Иешуа Мессии мы также получили свободу, в которой мы стоим, хвалимся, славословим Бога. И я вас приглашаю на праздник. Праздник Песаха. И поздравляю вас с этим величайшим исходом из рабства. Поздравляю вас с этим праздником. Пускай Господь, всемогущий Бог, даст вам милость, благость, любовь и свободу в этом празднике.